Алексей Медведев, самый опытный игрок Сибири. Ее капитан забивает первый гол в этом матче. Алексей Медведев, 74-я минута, 1-0. Ну, есть какой-то символизм в этом, не правда ли? То, что первый гол Сибири в Еврокубке забивает именно Медведев. Не только как капитан, но и как человек, чья фамилия производная от самого популярного российского зверя, от Медведя. Есть что-то в этом действительно хорошее, русское, российское. Молодцы несется по стадиону. Еще раз, очень сложно понять, был офсайд или нет. Но даже если и был, в любом случае, мяч засчитан. Алексей Медведев 1-0. И как здорово сыграли те, кто на замену вышел. И 95-й Роман Беляев, и 99-й Игорь Шевченко. Радость. Обязательно должен Медведев разделить с ними радость от забитого мяча. Аполлон побежал отыгрываться. Рауль. Ну, сказал я, что любят Равина в Сибири, но как любят Медведева, это просто непередаваемо. И очередная грубая игра, когда...